Привет, ребят, вышел новый патч большой, прям с новой локацией, где она тут, Флетчи. Вот она, да. До этого она была закрыта, то есть нельзя было ее прожать, но хотя такой остров был. Вот они, Флетчи, открыли, ну такая маленькая, да, локация весьма. И что самое главное, больше нет пути. Пути больше нет, то есть билеты в пути хранителей, они обмениваются. Вот у меня манускрипт «Пути Солнца» с прошлой недели еще. В скобочках со вчерашнего дня. Сегодня среда. Смотрите, как он меняется. Тут написано, его можно обменять на входной билет в куб у соответствующего торговца. Соответствующий торговец, он вот-вот тут будет. Нет билетов куба его. Соответственно, вот тут можно увидеть, так сказать, прайс-лист. Ну и вот, в принципе, нам предлагают обменять манускрипт «Пути Солнца» на сертификат, соответственно. Так. Сейчас посмотрим, они... Больше ничего тут нет. И смотрите, я обмениваю этот билет на 45 сертификатов на обмен входного билета. 45 сертификатов. Теперь я иду сюда. Я вижу, что я не могу купить билет в Купаиво, потому что он стоит не 45 сертификатов, а 75. Спасибо. Спасибо. Также зимолетие. Но опять же, вы все это в новости можете в официальной прочитать. Там, наверное, видели уже на сайте. Зимолетие начался, новый ивент. Вот, соответственно, рейд зимолетия. Он вот тут будет, в принципе, где все активности. Ну, это в Миолей. Если смотреть. Тут есть в соло, но, соответственно, в соло... я вошел в соло, сразу скажу, но я тут же вышел. Потому что действительно там три гварда, куда я против трех гвардов пойду в соло. Хотя ограничение 250 уровень. То есть тут либо гварды, либо персонаж будет отгоняться. Давайте посмотрим. Проверим, насколько живая эта игра, как быстро пати найдется. Опа-на, ну неплохо, сколько, 10 секунд, да? Даже меньше. Let's go. Новый континент. Я не знаю, я там даже не был еще не доехал туда. Насчет нового континента посмотрим. Так, погнали. Ну тут, я так понимаю, тут не два гварда, а тут три будет. Ой, точнее не три, а два. Ну да. ХП мне уменьшили, статы порезали. Я играю тем же, кем до этого. Через вторую модель. Рейнджер. Ну, как обычно, в принципе, 60% файта просто лежу на земле. Жестко то, что... Жестко, гварды просто прокают со всех сторон. Действительно жестко. Жизни 6 дано. Тут надо стягивать их в одно место и ОЕшками заливать, я думаю, так. Потому что иначе очень долго, мы можем не успеть просто, я думаю, за отведенное время.
Минус один. Ну что ж, как-то так. Не супер сложно, в принципе, было. Но опять же, непонятно, какие у меня челики в пати. Может, они очень жесткие были. Так, очень долгая заставка. Сейчас посмотрим по луту. Ну, жетоны вот эти выпали, серебряный жетон зимолетия, да, сейчас как раз надо будет сразу почекать, что там насыпет за него. Ну, вот это, соответственно, девочка-вендор, которая помогает вот эти вот билеты зимолетия обменивать. Она, в принципе, стоит вот тут же недалеко. Ну, фионы, ясно, карты. Но это нужны золотые жетоны, а у меня они серебряные. Вот, отлично, это то, что я всегда беру. Это эссенция, опять же, это сразу на максимум. Все беру, сколько могу. Настойка и эссенция на ремесло. Сахар, это что такое, подарок, что ли? Ну, опять же, старинные золотые монеты, которые меняются на серебро. Серебро, опять же, карты, припасы. И тут какое-то дерьмо на закалку. Кстати, солнечные вот эти вот минералы очень хорошо. По-моему, как раз они нужны были. Ну и опять же, книжки на заточку. Ну это уже на золотые. Тут тоже, в принципе, карты, подарки и фионы, как я уже сказал. Ну и также новые внешки для убежища появились. В принципе, вот у меня убежище, оно такое достаточно дефолтное. При нажатии на Ctrl 9 у нас появляется вот такой выбор. Зима, соответственно, отсутствует. Это надо достягу какую-то получить, чтобы открыть зиму. Зимний праздник, смотрите, какая красивая хрень за 1200 кристаллов. Там красиво, да, прям с фейерверками. Весенняя ярмарка тоже за 1200. Лето, как я сказал, это, соответственно, дефолтный, который на нынешнем поместье. И есть... Весна и осень. Опа. А ну-ка. Не крашнется? А, нет. Блин, круто выглядит. Сейчас оно может из-за OBS не быстро прогружаться. Вот такое вот весеннее. Сакура такая цветет. Нет, ну это красиво. Пойдем-ка еще в середину. А ну-ка. Альпака плохо по мостам бегает. Стакается постоянно. А ну-ка, осень. Ну, осень уже чуть иначе выглядит, да, потому что весна и лето, они такие весьма похожие. Ну, нет, что-то осень как-то мне не нравится. Как-то весна, да, все-таки
более топово. Да, весна с сакурами как-то, конечно, покрасивее немного. Ну что ж, опа. Как-то так, Флетча у меня, видите, еще. Сейчас погрузится челик. Флетча у меня еще не открыт. Так, чтобы попасть на материк Флетча, вам нужно завершить зов судьбы и достигнуть 1475 герскора. Ну если что, тут любезно предлагают вернуться в Южный Берн. Сказать, чтобы не просто так приплыли. Вот, в принципе, Флетча. Справа от Берна. От северного, ну и от южного, соответственно. Как-то так. Такой краткий взор, опять же, поподробнее. У них там в новостях есть обзор, а я могу только вот так вот издалека полюбоваться на челиков, которые там ходят. Как-то так.